Ну что же, сходили, порыбачили маленько снаружи. Давайте теперь порыбачим внутри. Как говорится, так. Зашел погреться, как говорится. Сейчас проверим, рыба пришла или нет какая-нибудь. Хорошо бы, если бы тут рыба была. Не встает. Во-первых, лед грязный мы здесь вчера, получается, что я тут хотел пробурить, в связи с этим там уже углубление сделал, и он туда все норовит нырнуть. Это во-первых. А во-вторых, грязный вот лед, потому что мы его, видите, он старый груз, ну ладно, что-то. Зашел так, зашел, что тебе? Так и продолжим. Я под камеру бурю. Ключевые записи делаю. Нападение хищника. Будем что-нибудь поснимать. Конечно, близко слишком лунка расположена относительно съемки. Ну ничего. Думаю, что справимся. Так, о, есть, картинка есть, ребята, сейчас мы время поставим, этот, так, меню, я не знаю, там шутки говорит, большие, мучают. Кирилл, я
я так не... Бога камеры, да? Если я бога камеры. Да, Юрик. Течение очень сильное, друзья. Поэтому камеру вообще просто просто ее туда-сюда. Болтается. Болтает, ага. Угу. Хватило, пока я тут сидел, это камеру настраивал. Короче, камеры не дают настроить. Который имбирка. Камеры к самой привязать туда. Я говорю, кра... Доктор, доктор. О. О, видишь, когда я пытаюсь ее боком поставить, ее все время скручивает туда вот. Как бы она вот так вот трясется вся стоит. Ног попался, поэтому... Блинка-то видно было в камеру, там мельком так издалека я увидел, что что-то черное появилось. Тора, мой дяди. То он кирдун яла, я утон. Вот такие чудесные рыбы ловятся в палатке. Ах, петлюку мать даже ты. Петлюку мать да-да. Петлюку моя сторона. Ну тебе. Хо-хо-хо. Смотрите, как у Яныча кольцо заводное выглядит. Прикольно. Восьмикилограммовый ему так красивое такое кольцо ему сделал. Прям обалденное. Невероятной красоты. Да, котик, там главный факт тебе сюда. Так. Ух ты, линок, линок, линок. Вообще красавчик, красавчик плавает. Давай, 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 быстрее. Опускай. Подплыл один красавчик. О, Яныча блесна видна. Жестко. И моя тоже видна. Вроде настроил. Да и побрало, да? Угу. Ок. Ну все, настроил камеру,
Сейчас рыбка попрет, Инди. Сейчас рыбка попрет. Я на ныру вам берем. Ребят, вообще красиво. Сейчас только что на наших глазах прям ленок подплыл. Вон он плавает, вон он плавает. Давай, 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 иди сюда. Иди сюда, иди сюда, красавчик. Вот только локама требует. Вон они стоят, вон, 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 вон. Там несколько их стоит. Они прям смотрят, стоят вот. Вот там они стоят. Олдики ли? Вот там, да. А, не, это коряга лежит же, по-моему. Вот такие ветки, вон, видишь? Бога так было, мутук тогда. Ёлка. Коряга даже вон никакого мактеревит, а? Ну, он сейчас приплывал и уплыл. Небесная дядя. Подошел. Чёрдан? Не, ленок, ты чё, красивый такой. Такая красота вообще подошла. Так, чё-то он это, подошел и ушел, товарищи. Посмотрел так, посмотрел, постоял. Постоял где? Да, чё-то ему не понравилось. Ага, вообще жестко. О, какие-то понравятся. Да-да-да, он посмотрел, постоял и ушел. В чем проблема, так и не понял. Ни он не понял, ни я не понял. Иди, он ленок подошел. Какой здоровый. Здоровый и голодный. Ну давай, бери, что ты плаваешь-то? Бери давай. Бери. Сейчас опустим мормышку тогда. Идет. Идет, 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 идет. По дну идет. Щука подошла.
Давайте хоть посмотрим, как щука хватает. Не, ушла. То есть мелкая рыба им не интересна, я так понял. Что-то такое мелкое на дне там вот, барахтающееся. Весной они совсем по-другому себя вели. То есть всякая мелочевка на дне, вот это их привлекало как-то вот. Даже на мормышку вот охотно брали по весне. Ну, в это время года у них, видимо, жорка питальней идет. Так, сейчас хочу попробовать поставить вот эту приманку Pike, Fly Pike, летающая щука от фирмы Изуми. Как вы помните, эту фирму я давно рыбачу. Также она есть и на сайте клевыйрыбалка.рф, друзья. Переходите, смотрите. Сейчас я вот эту щуку заряжу сюда. Смотрим. Это щуки есть, они приплывают как бы, но не берут. Посмотрим, как на сородича будет реагировать щука. Смотрите, как балансир играет под водой. Он делает просто какие-то неимоверные полеты туда-сюда. Вот. Полностью выглядит как рыба визуально. Посмотрим, как тут щуки относятся к своим сородичам. Есть у них каннибализм или нет. Смотрите, коленок подошел. Чего? Он просто тупо уплыл. Просто тупо уплыл дальше. Сейчас мы быстренько попробуем сменить и закинуть ему другую приманку. Что вот это, мне кажется, не очень такая какая-то. На линков не идет. Чисто серебро только рулит всю дорогу. Больше ничего. Делали, он уже уплыл. Сошла щука. Вот она уплывает. Над льдом.
Опять щука подошла. Остановись. Шумишь тут. Фух, кое-как победили. Так. Кто-то приплыл. Опять щуки сын приплыл. Большой. Что-то... Не отреагировала на нашу блесну. Что-то не понравилось ему, видать. Или может уже знакомая блесна. Видишь ты? Что, второй дубль? Заход. Ну давай. Ушел. А нет, здесь все еще крутится. Хочет. Хочешь? Есть. Ага. Ну как вот еще.
Ну вот мы сейчас только что увидели, как вот этот ленок подошел и спугнул других рыб, других ленков чуть поменьше, и схватил сам. Посмотрите, вот у него даже есть уже боевые шрамы. Видно, что какой-то, видимо, довольно боевой такой ленок был. Очень агрессивный такой ленок попался. Еще один подошел. А, это щука большая. Но щука не хочет клевать. Ну и ладно. Тем же и лучше, нам же лучше. Давайте порыбачим снаружи. Вечерний клев начинается. Попробуем потягать. Наши щуки лежат. Уже подмерзли. Хорошо. Хордон. Карам беранда. Мэ. Ты брат, что? А? Иди сюда. Да, буди. Янычу глаз нужен был. Он ему отдал глаз. Опять щука большая. Ага.
Так, итак, друзья, начинаем сборы домой потихоньку. Сейчас очистим забор. Дорогие друзья, вот столько рыбы удалось поймать за эти несколько дней. Я очень рад, что мы с Янычем выбрались на рыбалку, приехали сюда, в эти чудесные места. Ну вот среднячок, вот такая вот щука. Ловил в основном на серебряную блесну от компании Уру.
Все блесна находятся на сайте клевая рыбалка.рф. Всех с наступающим Новым годом! Всем желаю хорошего настроения, как и нам. Такого же клевого вам. Ни хвоста, ни чешуи. Всем здоровья, удачи, счастья. Все, на этом заканчиваем наш сюжет. Сейчас собираемся. Завтра утром мы уезжаем с Янычем домой. Ставьте лайки, делитесь с друзьями.